Так, всем привет, друзья. Вот такой вот Hyundai Solaris в предложениях в группах сегодня предложили. О нем информация 15-й год, ровная, стекла все, завод, два хозяина, 660 тысяч цена. В 16-м году поставили на учет. 107 пробег, 1,6 объем. Запросили мы информацию об автомобиле, и получилось у нас вот что мы получили. Все здесь, Hyundai, болты, швы, тоже Hyundai, болты. Вот это крыло немножко подкрашивалось, ну идеально покрасили. Вот смотри, какая машина. Капот, смотри, ни одного, ни скола, ничего. Вот один маленький скольчик. Это нет, это нет. Он был в броне весь. Здесь все четко. Здесь все четко. Все хорошо. Вот маленький косячок один. Вот. Вот это, по-моему, светится ДТП. Вот этого, этой вещи. Так, дальше. Здесь. Смотри. А, вот еще косячок, вот один. Так, дальше. Руль, смотри, целковый. На сиденьях прожогов ничего нету. Смотри, салон как. Так, и приобрели мы автотеку на данный автомобиль, чтобы узнать поподробнее, чего мы не услышали, может быть, от продавца. Итак, вот такой вот автомобиль, вот автотека сегодня, вот какое сегодня, 28 число июля. Итак, что мы здесь увидели? Юридическое лицо было во владении, ну, мелочи жизни, три владельца: Ростов, Краснодар. Есть расчет, ремонт было в ДТП, значит, вот это вот важно. Стоимость ремонта 17 марта 16 года 400-500 тысяч. ДТП было в 16 году в январе. Повреждения попереду. Крестики. И несколько раз. Вот первое 17 марта 16 года 400-500, 23 августа 16 года 300-400 расчет. Подробности: номерной знак, капот, фара правая, фара левая, бачок. Так, здесь много чего видно. ЭБУ подушек. Фару обе снять, бампер в сборе заменить, бампер, ну короче, панель передка. В общем, типа по передку было такое ДТП. Лонжерон отремонтировать, правый, левый. Ну короче, одним словом, пиздец просто. На первый взгляд кажется пиздец. Хотя утверждает нам продавец, красное лишь одно лишь крыло, правое. Ну вот. Вот так, сейчас что-то я выскочил отсюда. Это первый. Мы посмотрели расчет, второй расчет на 300-400. Также опять, ну, интересно, это тот же самый расчет, только позднее. Но он разный, отличается, может, в разных организациях или что. Вот это что за херня? Фара отрегулировать здесь, датчик безопасности снять, ремень безопасности, в общем, щиток приборов. Ну, то же самое, ремень безопасности, крепеж крыла, крепеж капот, болт, фиксатор, облицовка бампер. Также по передку получается. А, блин, что я выхожу, а? Следующий. Третий. Также капот. Все одно и то же. И четвертый. Тоже 300-400. Также капот. Интересно, по одному, значит, возможно, а?
17 году февраль. От первого расчета отличается почти на год. Отчет почти на год позже. Также 300-400 тысяч от первого. Вот такие вот вопросы по автомобилю. И также продавался на аукционах аварийных автомобилей. Вот сколько цена данному автомобилю, только глядя вот на эти отчеты. Одно объявление вот 13 мая было 630 тысяч, его цена была в Ростове. Что писали здесь? Отличный автомобиль. Небольшие недочеты по кузову. Поймал столбик, сдавая назад. Ничего серьезного. Все, сигнализация, это камера заднего вида установлена. Сабвуфер, в общем, она какая-то нарядная была, по крайней мере. Блядь. Была. Поняла, короче, первое объявление. Посмотрите историю изменения. Угу. То есть цена 630, пробег 106, все. Ты уже столько наговорил. Че, ну я смотрю все. 25 мая, 26 мая, 10 июня, 3 июля человек менял последний раз объявление. Вот такая вот тачка. Пробег бьется отлично, кривая вверх, идеально, все отлично по пробегу. Сколько цена его, друзья, сколько? 660 тысяч рублей, когда человек вот так вот узнает всю историю. Еще, может быть, еще подробнее обзор самого автомобиля. Коцочек, ну и нюансиков, которые глаз увидит. Ну и на ходу тест-драйв, естественно. Не знаю, что это хуйня, все он знает. Знает, конечно. Была бы идеальная автотека. Это лохотрон, бля, какой-то. Он его выхватил за этой хуйни, за всей дешево, блядь. За 600 забрал. 160 хочешь? Да, меньше он ее забрал. Поменьше. Вроде 500 он ее забрал. Ну, вообще, да. Да, понимаешь? За 700, мне кажется, она должна быть